Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Называется Генераты Бабс. Это проект из серии Баб Коинов, но не совсем. Здесь есть и Бабс Коины, и серебряные монеты. Давайте все по порядочку. Но прежде чем начать, хочу вам сказать, что я никого не призываю инвестировать. Что вы делаете со своими деньгами, это ваши проблемы. Я такой же участник, как и не все, и понятия не имею, как долго будет работать этот проект. Я не администратор. Я просто даю вам информацию. Ну а принимать информацию или нет, это уже, как так сказать, дело хозяйское. Давайте перейдем теперь к самому проекту. Как я уже сказала, из серии бабкоинов, но не совсем. Нам при регистрации дают 30 серебряных монет. Старт проекта стартанул 27 числа, то есть это было вчера. Но здесь еще, естественно, выводов нет. Переведем на русский и посмотрим. Шаг первый. Что они нам говорят? Купите роботов. Здесь роботы. Мы будем покупать роботов. Они нам будут собирать, генерировать для нас вот баб монеты. Потом мы это будем все менять на серебро и выводить. Так, бабы будут... Так, в магазине на складе. Мы будем их собирать. Потом продавать и как бы выводить денежные средства. Скажем так, в игровой форме что-то наподобие игры. Опускаемся ниже. Здесь, значит, что? Положение и условия. Кликайте в самом низу. И переводите на русский и читайте всю информацию. Далее. Часто задаваемые вопросы. Опять же таки, я все зачитывать не буду. Вот. Самое только необходимое. Это рекламная платформа, естественно. Далее. Могу ли я иметь более одной учетной записи? Конечно же, нет. Минимальный вывод отсюда 400 монет. Это 4 цента у нас. Минимальная сумма составляет 4 цента для Perfect Pair, а для криптовалюты $5. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль я авторизуюсь. Код по логину и паролю. Мотоциклы. Подтверждаем. Авторизоваться. И попали в кабинет. Значит, тут здесь у вас будет 300 монет. Так. Кликаем сюда. Нет, не сюда, друзья. Возвращаюсь в аккаунт. Нам, вы должны на эти 300 монет купить робота. Я купила самые вот дешевые два робота. Я вот купила на эти монетки. Вот они. Биоробот. И вот здесь цифра 1. Вы кликайте. Только кликайте, чтобы все было на оригинале, на английском языке. Потому что я пробовала на русском. Мне ничего не покупалось. Цифра 1 по умолчанию. Кликайте купить. 150 серебра. Значит, потом опять кликаете. Второй раз купить. У вас будет два робота. Вот. И он в час нам приносит... Так, 5 баб в час. Опять же таки, читаем вот эту всю информацию. Вот. Здесь у нас снять. Будем выводить минимум 400 монет. И это 4 цента. Выбираем платежную систему.
и будем в дальнейшем выводить. Далее вкладочка «Пополнить». Да, я хочу пополнить, конечно же. Ну, хотя бы центов на 50 рискнуть. Далее. Настройки учетной записи. Здесь прописываете свои платежные реквизиты. Сюда пароль указываете при регистрации. Нажимаете «Сохранить». Здесь «Купить роботов». Сейчас по порядочку пойдем. Вот они у меня куплены. Два робота. Нажмите, чтобы купить роботов. Это я вам уже показал. Сами здесь погуляете уже. Склад. И вот мои монетки. Значит, далее я кликаю сюда «Собрать все». Я собрала. Идем следующая вкладка. И вот мои монеты. Это у меня 149 бабс коинов. Это одно серебро. А на вывод 400 серебра. Ну, я здесь продать все. И эти денежки. Ну, давайте я кликну продать. И я продала. Сейчас потом вернемся в кабинет и посмотрим. Так. Здесь Purchase баланс. Переводим на русский. Так, введите сумму в серебряных монетах, которую вы хотите внести на свой баланс покупки. Вот. Ну, это у меня показано, сколько у меня. Так, реферальное продвижение. Здесь у меня нет ничего. Показать статистику. Так. Мои рефералы будут отображаться. Наши рефералы. Далее вкладочка «Промо-материалы». Реферальная ссылочка вот находится. И два баннера. Панель рекламодателя. Здесь можно рекламить свои проекты. Нажимаем. Но у меня здесь нет кредитов для рекламы. Как бы мне еще рекламить нечего. Здесь загрузить доказательства и подтверждение платежа. Это здесь потом, когда уже будет, что у нас. Также мой счет. Возвращаемся. Так, далее, да. Так, баланс выплаты. Вот мой баланс выплат. Мне еще нечего изымать. Далее баланс покупок. У меня 51 монетка. Здесь платеж получен будет отображаться. Роботы, баб-склад, рефералы, кредиты, ПТС, баннеры, кредиты, линия вверху. Здесь тоже можно кликнуть, попадем на баннеры также. Далее можно зарабатывать еще монетки. Зарабатывать деньги, кликаем. Здесь я рекламку все просмотрела. Как бы. И кликаем. Я одну оставила. И загружается шкала. Ждем. Сейчас она быстро загрузится. Подождем. Здесь капчи нет ничего, просто она загрузится, появится галочка. Все, галочка, зачет. Таким вот образом. Возвращаюсь в кабинет. На форуме нет ничего. Ставлю оригинал. И сюда кликаю. Здесь пополнять. Я выбираю платежную систему Pair. И я попробую, не знаю, на 50 центов получится у меня.
Значит, смотрите, плюс 100%, итого у меня будет 13 750 сильвер коинов. Нажимаю send. Ага, минимум 1 доллар. Вот так ушки. Ну ладно, один так один. Пайер. Я рискну 1 долларом. Возможно, я их потеряю, а возможно и наоборот, как бы я удастся мне и заработать. Пайер. Видео немножечко затянется. Я в рублях. Это 78 рублей. Подтверждаю. Опять подтверждаю. И я прикуплю себе роботов еще. Все, мой платеж получен. Возвращаюсь в аккаунт. И у меня вот на балансе осталось только монет. Теперь я иду, мой робот. И у меня 13 тысяч. Вот они отображаются здесь. Я могу купить. Здесь идет по нарастающей. 150 монет стоит. Здесь 1500. У меня сколько? 13. Я тогда смогу купить. Вот за... Здесь 1500. Вот этот один я могу купить за 7500. Так выходит. Было бы 14, я бы смогла бы 2 таких купить. Покупаю такой один. Вот, пожалуйста, подождите. Все, у меня куплено. Далее биоробот опять. Вот, мой робот встал. Кликаю купить. И у меня на балансе 6300. Но буду покупать тогда теперь уже вот этих. Один. Сейчас поставлю на паузу и всех куплю. Я купила себе робота. У меня осталось 11 серебра. Значит, кликаю сюда. Покупаются они по одной штуке. Потому что я ставила 4 сразу. У меня как бы не прошла покупка. Значит, у меня 1, 2, 3, 4 таких. Потом у меня один вот такой робот. 1, 2, 3, 4 вот таких. Робота. Это я все сегодня купила. Так. И вот они мне приносят доход. 1, 2, 3. 3 вида у меня. Собрать. Я собрала все. Теперь иду сюда. Ну и вот они у меня здесь. Тут уже пока что собирать нечего. Я вам показывала, как собирать. Вот такой вот проект. Кому интересно, работаем. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Будет что выводить, естественно, когда я наберу минималку на вывод, я проверю его на вывод. Вот. И всего у меня мои роботы, вот 9 штук у меня стало. Вот. На этом все. Всем удачи, всем пока.